В Анапском аэропорту с самолета сняли двух пьяных пассажиров. Капитан судна заметил их, когда они поднимались по трапу, и принял решение отказать в перелете во избежание неприятных инцидентов в воздухе. Информация о двух дебоширах на борту рейса Анапа-Москва-Шереметьево поступила в дежурную часть от диспетчера аэропорта. Он сообщил, что мужчинам, которые по внешним признакам находятся в состоянии алкогольного опьянения, отказано в перелете без права возврата денежных средств, оплаченных за билеты. К воздушному судну был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Жители северной части страны были задержаны и доставлены в дежурную часть, а затем направлены на медицинское свидетельствование. Результаты показали, что 36-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа и 48-летний житель Омской области находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. За появление в общественном месте в нетрезвом виде гости курорта привлечены к административной ответственности. Им назначено административное наказание в виде штрафа.